Приветствую тебя, дорогой зритель, меня зовут Лещенко Глеб, и в этом ролике хочу рассказать тебе про фильм «Дьявол всегда здесь». Лента рассказывает про молодого парня, который в детстве потерял отца с матерью, а теперь оказывается в центре неприятных событий небольшого городка. Фильм получился мрачным и эмоционально сложным. Здесь нет юмора, добра и счастливой истории, тут только зло, ненависть и несправедливость. Картина показывает то, как религия действует на людей. Кто-то ищет в ней спасение, кто-то использует ее как прикрытие для грязных дел, а кто-то создает собственную, чтобы почувствовать себя Богом. За 2 часа хронометража нам в неторопливой форме раскрывают все эти моменты в фильме. И погрузиться в историю нам помогает прекрасный актерский состав: Том Холланд, Роберт Паттинсон, Билл Скарсгард, Хейли Беннет, Себастьян Стэн, Джейсон Кларк. Многие жаловались, что актерам дают очень мало экранного времени. Но на мой взгляд, тут каждому дается столько времени, сколько нужно, чтобы правдоподобно передать всю суть истории. Порадовал, конечно, здесь Том Холланд. Мы привыкли видеть его в роли Человека-паука, а здесь он доказывает, что может играть серьезные драматические роли. Хоть картина получилась неспешной, мрачной и с минимальным экшеном, но за происходящим было интересно смотреть, и большая заслуга за это актерскому составу. Рекомендую, если любишь эмоционально сложные фильмы. Дорогой зритель, спасибо за просмотр, поддержи меня лайком и подпишись на канал, заходи к нам в Instagram и слушай наш подкаст, ссылки в описании. С тобой был Лещенко Глеб, и до встречи в следующем видео. Пока-пока!